Здравствуйте! Этот пушистый котик из Таиланда вызывает и чувство жалости, и невероятное восхищение. Инвалидом этот кот стал, когда в возрасте 1 года подвергся сильному удару током, в результате чего потерял обе передние лапки. Но он не остался лежачим, а благодаря своему желанию к жизни стал учиться ходить на 2 лапах. Сообразительный Эйбель научился ходить и даже бегать на задних лапах, чем очень порадовал свою хозяйку Валаи, которая подобрала и выходила его после травмы. Теперь котик и его хозяйка счастливо живут уже более 2 лет. Зверек делает все, что и обычные коты, играет в саду, ухаживает за собой и взбирается по лестницам. Его любовь к жизни просто поразительна. Посмотрите на него, это ведь настоящий символ оптимизма, радости и благодарности. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.